После дождика с четверга на пятницу самое время прийти на помощь природе. Дождевая вода уже смыла часть пыли, осталось убрать грязь и мусор, собравшиеся за зиму. В этот период на помощь коммунальщикам выходят неравнодушные горожане. Привести в порядок закрепленную за организацией территорию традиционно вышли сотрудники Управления социальной защиты населения. На улице Партизанской они дружной компанией собрали мусор, очистили от пыли и грязи бордюры, убрали мелкие ветки. Коммунальщикам остается только убрать спиленные деревья и загрузить пакеты с собранным мусором в машину. Выходим мы уже не в первый раз, а точнее даже в четвертый, да, трудимся на благо своего города, для поддержки чистоты города. Мы убирали центральную площадь, площадь возле управления социальной защиты. И сегодня убираем улицу Партизанскую. Призываем граждан города участвовать в субботнике и приводить город в порядок. Не остались в стороне и специалисты спортуправления Ленинска-Кузнецкого. Благодаря их слаженной работе преобразилась территория на улице Мусохранова. Убрали мусор и ветки, привели в порядок газоны, подмели тротуары. Сейчас мы находимся на субботнике, в котором принимают участие все наши работники спортуправления. Здесь задействованы бухгалтерия, стадион «Шахтер», специалисты управления. Каждый год, начиная с начала, середины апреля, наверное, и до самых майских праздников, мы убираемся вот на этой территории. Я призываю всех жителей города принять участие в субботнике, навести порядок в своих дворах, где они живут, где работают, потому что я считаю, что это очень важно. Всекузбасский субботник традиционно объединяет единомышленников, любящих свой город и регион. Для тех, кто не успел еще, есть возможность присоединиться к весенней уборке. 27 апреля пройдет Всероссийский субботник. Так как он пройдет в преддверии майских праздников, то особое внимание будет уделено уборке памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны и воинские захоронения. Ирина Беляева, Павел Желтиков, Реа Ленинск.